Возьмите кубик рафината и положите на ложку. Опустите в суп кусочек рафинада на столовой ложке. Когда сахар начнет таять, нужно вынуть ложку. Сахар впитает излишки соли. При необходимости процедуру можно повторить. Можно воспользоваться и другим методом. Поварив небольшое количество риса в марле, крупа также впитает в себя излишки соли. Готовьте, радуйте своих мужей и жен, и детей, и животных, и себя.